Келгенше Алматы! Сәлем, аса құрметті қазақстандықтар, қала тұрғындары! Сіздерді ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен және сүйікті қаламыз Алматы қаласының 1000 жылдығымен шын жүректен құттықтаймыз! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на Eurasian Music Awards 2016, которая проходит в рамках 25-летия независимости Республики Казахстан и празднования тысячелетия города Алматы. Армысыздар, бүгінгі керемет кешіміздің көрермендері! Осымен 5-ші рет өткізіліп отырған Евразия музыкалық кешіне қош келдіңіздер! Кешімізді бастау үшін сахнаға Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек Мырзан шақырамыз. Қайырлы кеш, құрметті алматылықтар, қала қонақтары. Баршаңызды Еуразиялық Музон 2016 музыкалық фестивалінің ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Биыл қаламыз өзінің 1000 жылдық мерейтойын ЮНЕСКО шеңберінде атап өтуде. Бұл айтулы датаның ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен тұспа-тұс келу саяси маңызды оқиға. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атап өткендей, Алматы тамырлы тарихымыздың көне-көз куәсі, тәуелсіздігіміздің алтын бесігі. Алматы өркениет пен өнердің, мәдениет пен әдебиеттің, ғылым мен білімнің қара шаңырағы. Осында ірі мегаполистің 1000 жылдық мерейтойы баршамызға ортақ мереке. Құрметті алматылықтар мен қонақтар, бүгін эстрада әншілерінің арасынан үздігін марапаттап бірге тамашалайтын боламыз. Баршаңызды музыка мерекесімен тағы да құттықтай отырып, әрбіріңізге амандық, отбасыларыңызға бақыт пен береке тілеймін. Еліміздің ертеңгі болашағы жарқын, келешегі кемел болсын. Уважаемые друзья, уровень казахстанской эстрады растет с каждым годом, расширяется аудитория. Конечно же, огромную лепту носят здесь такие проекты, как Евразийская музыкальная премия. Хочу пожелать всем сегодняшним номинантам удачи, а зрителям приятного вечера и хорошего настроения.
музыкальная премия впервые свои статуэтки вручила в 2012 году. И вот спустя 4 года мы с вами становимся свидетелями юбилейной 5-й премии ЭМА телеканала «Музон». Сонымен қатар осы жылы «Музон» телеарнасына 10 жыл толып отыр. Сондықтан да біздер 4 бірде мерейтойдың куәсі болып отырмыз. Я тоже хочу с гордостью отметить то, что в этом году нашей любимой стране Республики Казахстан исполняется 25 лет. И, конечно, нашему любимому городу 1000 лет. Поздравляем! Скажи мне, пожалуйста, вот прям эффектный. Ты со мной согласен? Ну да, конечно, согласен. Но знаешь, Катя,
это только начало. Конечно, ведь это премия EMA, а значит, впереди нас ждет еще много умопомрачительных номеров. Генеральный партнер премии EMA 2016 – сеть ресторанов быстрого обслуживания KFC. А символом KFC является основатель бренда – полковник Сандерс. И, кстати, друзья, сейчас на сцене будет очень много. Встречайте! Machine man, 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up. Tonto, jump on it, jump on it, jump on it. Kimasabi. Қазір EMA 2016 музыкалық байгесінің алғашқы жеңімпазын анықтар кезде келіп жетті. KFC So Good аталымы. Евразийская музыкальная премия EMA 2016. Номинация So Good. И для вручения первой награды особой номинации KFC So Good мы приглашаем на нашу сцену генерального директора бренда KFC в Казахстане господина Абдалла Шериф Нагиб Хафес. Саламатсыз би. Добрый вечер, Алматы. И я хочу вам
поздравить с 25-летней независимостью Казахстан и, конечно, поздравить любимого алматинца с Днем города тысячелетний. И как в третьем году мы хотели сначала благодарить Музон и за такой шикарно организованный ЕМЭ. И, конечно, номинация «So Good» от яркий бренда KFC для той группы, которые пошли по вкусно, стиль и заполнительно, от исполнительно KFC для исполнительной группы. So Good номинация для группы Allow. Группа Allow в номинации KFC So Good. Ваши аплодисменты. Allow тобын сахна төрне шақырамыз. Итак, 3 миллиона тенге за съемка нового видеоклип. Надеемся, все будут слайкать этот клип, и он прямо будет яркий, как группа. Спасибо вам огромное. Прямо сейчас мы переходим к номинации «Лучший женский образ». Евразийская музыкальная премия EMA-2016. Номинация «Лучший женский образ». Спонсор премии EMA-2016 – сеть парфюмерно-косметических магазинов «Monami». Уже более 10 лет радует казахстанцев продукции известных косметических брендов. Каждый год в портфолио «Monami» добавляются новые звездные марки, готовые предложить самые последние тренды в макияже, самые эффектные средства ухода и самые незабываемые ароматы. Компания «Monami» — это 28 розничных магазинов и интернет-магазин, готовый доставить средства для красоты и молодости абсолютно в любую точку Казахстана. Друзья мои, приходите, пожалуйста, в «Monami». Ендеше жеңімпазды анықтау үшін сахна төріне «Monami» косметикалық дүкендер желісінің директоры Наталья Сүлейменова ханымды шақырамыз. Қошеметтеріңіз! Компания «Monami» поздравляет всех номинантов и победителей премии. Для нас большая честь принимать участие в развитии музыкальной культуры нашей страны. Уже второй год компания «Monami» учреждает номинацию как «Лучший женский образ». И в этом году мы решили вручить ее Лидо. Номинацию за «Лучший женский образ» от компании «Monami» получает очаровательная, стильная, неподражаемая Лидо! Спасибо большое, мне очень приятно и очень неожиданно, я прям растерялась. Спасибо, ребят. Арнур, дәл қазір сахнаға шығатын өнерпаздардың кім екенін білесің бе? Камшат, ол мен де емес, сен де емес, біз сахнада тұрмыз ғой. Кім? Иә, ол әдемі қыздардан құралған Аюми тобы. Ол сен емес пе? Қарсы алыңыздар! Аюми! Сөзіңе сендім, артыңнан ердім, нағыз махаббат не осы шығар дедім. Алданды сезім, ашылды көзім, жаным өзгені сүйе білемді дедім. Киімі Гуччи, қолында вертун, махаббат құны қара түсті жаңа Бентли. Керегі сол ма, сылтауың бар ма? Өкініп қалма, менде әлімде жан бар ма? Сен кие, мандамай мен деген. Ол сен емес пе? Ол сен.
ойлама, бағаламадың махаббат барда, соғады жүрек енді жек көрумен ғана. Музыкальную премию EMA-2016 продолжает группа «Домино». Что есть у меня, только ты. Рядом ты была, когда я был никто. Хотя про наши ссоры можно снять кино. Сори, я готов порезать на куски, но твои губы крепче виски. Ты такая вся, вообще не подарок, но в постели забываю обо всем. А мне больно, больно любить тебя, но мне нравится, нравится. Губы, бессонные ночи, ты делаешь трюки. Соседи подонки, не сдохнут со скуки. Меня сводят с ума твои сладкие стоны. Твое тело наркотик, ну а я наркоман. Меня тянет на грех, твоя невинность обман. И я знаю, что нужно тебе. И я тебе это дам. А мне больно, больно любить тебя. Я люблю тебя, и я люблю тебя.
получили Евразийскую музыкальную премию. Это уникальная премия. Она проводится несколько лет. Ну и, конечно же, номинация «Лучший коллектив». Евразийская музыкальная премия EMA-2016. В номинации «Лучший коллектив» представлены Family Band, Джасика Катай и Touch Band, ЕС-17, ну и для оглашения победителя в данной номинации мы на сцену приглашаем начальника управления связей с общественностью Диаса Абылкасова. Добрый день, дорогие друзья. Рад вас приветствовать от лица компании «Технодом» на такой замечательной премии. Надеюсь, у вас хорошее настроение. И надеюсь, в этот вечер мы увидим здесь много новых лиц, талантливых артистов. Ваш «Технодом». Все делаем с любовью. Итак, в номинации «Лучший коллектив» награждается группа ЕС-17. Ваши аплодисменты победителю в номинации «Лучший коллектив» группа ЕС-17! Спасибо огромное. Спасибо. Да. Сейчас огромное всем спасибо. Мы в Инстаграме читали, как вы сильно болеете за нашу группу. Это безумно приятно. Мы теперь понимаем, что все, что мы делаем, это реально... Ой, мамочки, не зря, не просто так. Мы будем теперь больше стараться. Простите, пожалуйста, за мои эмоции. Это первая вообще моя когда-либо награда такая большая. Музон, спасибо, спасибо спонсорам, спасибо всем вам. А, вот он мне, Евгений, также с моего коллектива, с нашего, он мне говорит: Алексею, скажи спасибо. Алексей — это наш продюсер. Если бы не он, у нас бы здесь не было бы тебя, не было бы меня. Спасибо вам огромное. Рахмет, Менс из ДРДС Йемен. А мы продолжаем. Друзья мои, а я предлагаю сейчас перейти к номинации «Выбор интернета». Евразийская музыкальная премия EMA-2016. Номинация «Выбор интернета». И для вручения премии «Выбор интернета» на сцену приглашаются управляющий по маркетингу Эрик Толеданов и директор категории по маркетингу Айнура Баймагамбетова. Номинация «Выбор интернета». Добрый вечер, Алматы. I'm very glad to be representing RG Brands and Kazakhstan's favorite water brand Asu tonight. Добрый вечер, Алматы. Эрик говорит, что он очень рад сегодня быть с вами, представлять RG Brands и самый лучший бренд воды Asu. Итак, внимание. В номинации «Выбор интернета» победил Ернар Айдар. Ернар Айдар, «Выбор интернета». Мы поздравляем тебя. И традиционно каждый год мы всем нашим исполнителям вручаем годовой запас напитков и денежный приз. Ассаламу алейкум, құрметті Алматы. Бүгінгі мерейтой құтты болсын баршаңызға. Әрине, осындай кең сарайда керемет көңілгіде өздеріңізбен аман-есен жүздескенімізге Аллаға шексіз шүкір. Келгендеріңізге рахмет. Жасай беріңіздер, аман болыңыздар. Көп-көп рахмет. Сыйлықтарыңызға, Музон телеарнасына баршаңызға көп рахмет. Интернет халауы номинациясының жеңімпазы Ернар Айдар. Поздравляем. Поздравляем.
Мы, конечно, благодарим официальный напиток премии компанию RG Brands торговой маркой «Вода Асу». Давайте поаплодируем, друзья мои. Жалғастырамыз барша қазақстандық спортшылар мен олимпиада ойындарының қатысушылары және жеңімпаздарына арналған жеңімпаз әнін қабыл алыңыздар. Сахнада Әли Оқапов. Күшігерің болса, сенің болса Жер бетінде алынбас қамбалың жоқ Ойда қайрат күшігерің қалса Сенің болса, жетелейтін жемеске амалың көп Сондықтан сен жалындаған жас шағында Бұл өмірден тек жасқанба Өз қолыңмен жолыңды сал бола шағында Ұмтыла бер биекке аспанға Көзің жайнып торса, ойнап торса Қалғаны тек бір өзіңнің қолында Шайқалмайтын ер мінезің болса Бәрін жаса, өзгелердің заңына сен бағынба Сондықтан сен жалындаған жас шағында Бұл өмірден тек жасқанба Ойда қайрат күшіген Өз болса, мен жолыңды сал бола шағыңа Ұмтыла бер биекке аспанға Тек жасқанба Өз қолыңмен жолыңды Сал бола шағыңа Ұмтыла бер биекке аспанға Жегімде сен жүр
2016 продолжает наш специальный гость из Украины. Встречайте, Маріуетта Уейс! Гость из Украины, очаровательная Маріуетта Уейс. Спасибо. Мы продолжаем нашу премию. И, внимание, сейчас следующая номинация. Лучшее концертное шоу. Евразийская музыкальная премия EMA-2016. Номинация «Лучшее концертное шоу». А для вручения премии на сцену приглашается основатель компании «Амир Watches» Адиль Нургожин. Ассаламу алейкум, сүйікті алматым. Мың жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Тілектеспіз. Жасай берсін, құлпыра берсін, әдемі қаламыз, әсем қаламыз, жан қаламыз. Любимый наш милый город, самый добрый. Самый теплый. Первая казахстанская мануфактура часов «Амир Watches». Очень рада приветствовать вас на этом большом празднике. Рады выступить в качестве партнеров этого мероприятия. И готовы объявить победителя-номинанта. Кайрат Нуртас. Дугал Шапалак. Иногда такое случается.
получается, что артиста нету на сцене. Да, к сожалению, сегодня в зале Кайрат с нами не присутствует. Следующая номинация. Какая же это номинация, Екатерина? А номинация звучит как «Лучший хип-хоп проект». Евразийская музыкальная премия EMA-2016. В номинации «Лучший хип-хоп проект» представлены Джах Халиб. Кроме нас, здесь никого нет, кроме нас, здесь никого нет, кроме нас. BS. По ветру, разлетаюсь по ветру, разлетаюсь по ветру. Скриптонит. Ну что ж, для оглашения победителей приглашается на сцену музыкальный директор телеканала «Музон» Дмитрий Шок, а также виджей канала Ульяна Амет и Евгения Таранова. Очень волнительная номинация. Сегодня почему-то все очень сильно кричали, когда были на экране представлены номинанты. Джакалиб, Скриптонит, BS. Арнур, вы слушаете рэп-музыку? Я, в принципе, вырос в Айнабулаке, а вы знаете, в Айнабулаке любят рэп. Екатерина? Конечно, я вообще родилась в Бишкеке. В Дорожнике она жила. Ясно. В общем, прямо сейчас мы... Прямо сейчас мы представим, кто же выиграл и заберет эту статуэтку. Лучший хип-хоп проект 2016 года по версии EMA телеканала «Музон». Не тяните уже интригу. Итак, лучший хип-хоп проект «Скриптонит». Мой земляк Павлодарец. Первым чартерным рейсом из Москвы он обязательно прилетит. Окей, ну вы обязательно передадите, пожалуйста, номинацию. Спасибо. Статуэтку, пожалуйста, девочки. Передавайте в надежные руки наших друзей. Павлодар! Дмитрий Шок пользуется эфиром, поэтому ладно. Нормально. Спасибо, Дима, спасибо. Арнур, вот ты веришь в то, что мужчины последнее время стали маменькими сыночками? Знаешь, мама-сын баласы. Кем-кем-кем? Мама-сын баласы. Мама-сынын баласы? Мама-сынын баласы. А ты на что-то намекаешь сейчас или ну, что? Ну что ты, это не я так говорю, это девочки говорят из группы «Туркиз». Из группы «Туркиз». Поэтому встречайте, друзья мои, на сцене группа «Туркиз». Сенің жүзінде есейме балалықтың әсері қалған сәби мінезің білінбейді неге сақтан қалды бәрін білген жандай күлімдейсің. Ой, лошадь.
білесің бе сен, білесің бе сен, мен одан енді күтем, білесің бе сен, сезесің бе сен. Демалыс деген не? Демалыс? Иә. Yeah. Демалыс для меня настоящий хороший отдых. Для меня, ну, это отдых с родителями, с родственниками, со второй половинкой, которой нет, к сожалению, до сих пор. Ну вот для меня такой хороший демалыс. Ал Северик Ибрагимов үшін, сіздер білесіздер, жақында ол отбасын құрды. Құттықтаймыз. Продюсерінен рұқсат сұрап, демалысқа енді аттанбақ. Как хорошо Серику, а? И отдохнет, и семейную жизнь построит. Везет же людям, да? Әншінің өзін сахнаға шақырып, демалыс аттанын бірге тыңдайық. Сонымен қарсы алыңыздар сахнада Серік Ибрагимов және... Шоу-балет «Бақыт». Бақыт! Демалыс, аптаның ол аяғы жинал.
Ну что ж, а мы продолжаем церемонию, и я с огромным удовольствием объявляю следующую номинацию «Лучший ТВ-образ». Евразийская музыкальная премия EMA-2016. Номинация «Лучший ТВ-образ». Это номинация нашего друга и партнера агентства «Хабар». И для объявления победителей в этой номинации мы приглашаем известную и всеми любимую телеведущую телеканала «Хабар» Кымбат Хангельдину. Хайрлы кеш, Алматы! Музон телеарнасын 10 жылдығы құтты болсын бәрімізге! Ну и, конечно, если говорить о той номинации, которая сейчас прозвучала, и то, что я ее представляю, наверное, в этом есть определенная логика, потому что телевидение — это моя жизнь. Ну а создать настоящий телевизионный образ, поверьте мне, это очень-очень непросто. И сейчас мы посмотрим, кто на самом деле стал победителем. Я надеюсь, что это очень достойный человек. Кто бы сомневался? Камшат Жолдыбаева! Камшат Жолдыбаева! Лучший ТВ-образ! Кошеметеріңіз, достар, Камшат Жолдыбаева! Күтпеген жерден бол. Үлкен рахмет, әрине, Хабар телеарнасының керемет жобаларында мен әншілігіммен қатар актриса, жүргізуші ретінде де танылып жүрмін. Сондықтан да бұл сыйлықтың мәні мен үшін үлкен, зор. Үлкен рахмет Хабар агенттігіне. Музон, осындай керемет кеш үшін рахмет. Және де Баян Мақсатқызы арнайы. Сіздің алдыңызда алғысым шексіз. Үлкен рахмет. Көп рахмет. Лучший ТВ-образ Камшат Жолдыбаева. Ну что ж, мы поздравляем Камшат и продолжаем. Арнур, скажи мне, как ты относишься к дуэтам? К дуэтам? Ну, вообще, сейчас очень модно, конечно, записывать дуэты. Я бы тоже хотел спеть. Правда, у меня голоса нет, но вот в какую-нибудь группу я бы не против попасть. Например, в группу Кешью. Баян, так, как? Вот давайте остановим может быть, сейчас свою может фантазию. Быть, меня в группу? Я много не прошу. Давай остановим твою фантазию. Я слышала, конечно, как ты прекрасно поешь, но вопрос я задала, понимаешь, по другой причине. Дело в том, что сейчас мы переходим к следующей номинации. Звучит она «Лучший дуэт». Евразийская музыкальная премия EMA-2016. В номинации «Лучший дуэт» представлены Жубаныш Жексенула и Калия. Закир, Альмира. Айкын Төлепберген, Сосо Павлиашвили. За тебя каждый день. Я пою за тебя каждый день. Лучший семейный дуэт. Встречайте, артисты цирка «Семья» Мутургановых. Итак, уважаемые Карим Ага, нам сейчас очень интересно узнать, кто же стал победителем в номинации «Лучший дуэт». Вот как быть? Два артиста, одна песня и статуэтка одна. Нужна вторая? Но вторую придумать, к сожалению, уже вот сейчас невозможно, Карим. Что-то надо делать. Мы на канале Музон. Здесь все возможно. Ну-ка покажите внимание, друзья мои. Давайте поаплодируем. Карим Ага сейчас сделает что-то интересное, невозможное. Все чисто, мы видим. Угу. Так, кулечек. Ага. Опа-на! Гениально. Вот спасибо, это да. Гениально. А теперь, пожалуйста, объявите, кто же победил в номинации «Лучший дуэт».
Айкин Төлеберген и Сосо Павлиашвили. Лучший дуэт Айкин Төлеберген и Сосо Павлиашвили. Я молюсь за тебя каждый день. Я боюсь за тебя каждый день. А к Айкину мы также приглашаем руководителя грузинской диаспоры, члена Ассамблеи народов Казахстана Эмзари Джорданевича Лимпартеляне. Каждый день. Ассаламу алейкум, Алматы, қалайсыздар? Жизнь дайте! Бүгінгі мерам құтты болсын. Музон телеарнасына үлкен рахмет. Осында сыйлықтар беріп атқанына, осындай тамаша мерам ұйымдастырғанына, Алматы қаласын осындай тамаша мераммен құттықтаймын. Бақытты болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш, болашағымыз жарқын, мақсаттарымыз әрқашанда айқын болсын. Рахмет. Лучший дуэт Айкин Төлеберген и Сосо Павлиашвили. Но, к сожалению, в этом году мы потеряли еще один дуэт. Потрясающий дуэт. Зинен өшпес із қалдырған есімі ел есінде мәңгі қалатын. Болат ағамыздың туындыларын кейінгі ұрпаққа мұра болып қалатыны әрине сөзсіз. Құрметті хандар мен мырзалар, сахнада Карина Абдуллина. Достарда жолдарына жайдың көп, мұназ ба қайғысын олайдың көп. Сен өнердің адамысың, ақынсың, содан болар қуаныштан қайғың көп. Тұлпарлардай зауап өмір ағады, тұмың айып жолдыз жанар жанады. Бұл өмірде ғашық еңкір болдым мен, сол бір ақын жүрегіне жаралы. Жүрегімнің мұң жарасын бер маған, жанарыңның мұң аласын бер маған. Бал күндерді мен сыйлайын аңсаған, бақытымда айыр бастап қайғыңа. Төгіп шашқан ашып көк, мен өзіңді ұнатамын асық боп. Сенің мұңды жырларыңа қосылып, домбырыңды жылатайым ғашық боп. Жанарыңның тұңғиығы терінде, домбырың мен әзім сазды бер елге. Айырбаста болсам сенің мұңынды, бақытты жан болмас деймін менен де. Thank you.
Дамы и господа, Карина Абдуллина! Карина, мы просим вас не покидать нашу сцену, поскольку сейчас мы переходим к следующей номинации. Она называется «За вклад в развитие казахстанского шоу-бизнеса». Евразийская музыкальная премия EMA-2016. Номинация «За вклад в развитие шоу-бизнеса». Келесі кезекте Қазақстанның шоу-бизнесін үздік дамытушы рәсімін марапаттау үшін НС радиосының бас продюсері Ноэль Шаяхметов мырзаны сахна төріне шақырамыз. Премия «За вклад в развитие шоу-бизнеса». Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад, что мы все вместе в этом замечательном месте. Вы знаете, я как алматинец был крайне удивлен, что, оказывается, Алмата намного больше, чем я ее представлял. Потому что в этом месте города я еще ни разу не был. И вот благодаря Музон я понял, что Алмата намного больше, намного красивее, чем я представлял себе. Здорово, что мы вместе здесь. И вы знаете, никогда я не думал, что так время быстро бежит. Радиостанция НС в этом году исполнился 21 год. И радио НС было свидетелем многих-многих появлением звезд замечательной казахстанской эстрады. Они были молодыми в то время. Время проходит. И вы знаете, еще пробежит какое-то время. И те, кто сегодня вот на этой сцене был, возможно, мы будем тоже вручать через какое-то время за вклад в развитие шоу-бизнеса. В прошлом году мы вручали эту премию Иркешу Шакееву, до этого Куату Шульдибаеву, Нагиме Искалиевой. Сегодня пришло время вручать премию человеку, которого я очень сильно люблю, уважаю, ценю как профессионала, самая красивейшая, наверное, женщина казахстанской эстрады, Карина Абдуллина. Друзья, понимаете, я никогда не думал, что мне придется когда-то Карину представлять и вручать ее награду без Булата Сыздыкова, нашего замечательного друга. Ну так устроена жизнь. Мюзикола появилась как раз в 92-м году. Первый диск они выпустили в 96-м. «Девочка в платьице белом». И вы знаете, презентация этой песни была именно на радиостанции НС, которая в тот год был всего один годик. Знаете, как время бежит? И здорово, что Карина сегодня с нами, и она представляет этот замечательный дуэт. Это один из лучших коллективов казахстанской рок- и поп-сцены, потому что Булат был замечательным гитаристом не только популярной музыки, но и джазовым, и роковым гитаристом. Карина – потрясающий человек, который может петь в любом стиле, направлениях. Вы это знаете прекрасно. Итак, Карина Абдуллина, «Мюзикола». Наши поздравления, Карина, пожалуйста. Ханымдар мен мырзалар, қайырлы кеш. Мен сіздердің арларыңызда тұрғаныма өте қуаныштымын. Үшін жүректен көп рахмет сіздерге. Бақытымды айыр бастап қайғына, махаббатты мәңгі арнайын мен саған, менің сүйікті халқым, менің туған елім. Дорогие друзья, я очень рада быть сегодня здесь с вами и хочу сказать, что какая бы печаль ни постигла меня, я всегда буду дарить радость и любовь своему любимому народу, то есть вам, всем присутствующим сейчас в этом зале. Я думаю, что Булат, может быть, смотрит на нас оттуда сверху, и я уверена в том, что он бы присоединился к моим словам. Спасибо вам большое. Всего вам самого наилучшего. Мы все казахстанцы любили, любим и всегда будем помнить нашего Булата Сыздыкова. Ал біз кешімізді әрі қарай жалғастырамыз. Тағы бір дуэт. Екі ел арасындағы жаңа ән, тіпті достық дуэті деп айтсақ болады. Молдовадан келген қонағымыз Кэти Рейн және өзіміздің Арман Хасенов. Пам-пам! Балды тәті сүйкімді, қылығың мен сиқырлы. Жаулап алдың, баурап алдың, баурап алдың сен. Барлап алдың ұйқымды,
жүрегіме күй тұнды. Таңдағаным арман әнім, арман әнім сен. Арманға жақын қалғанда босқа алданба, ай жүрегім, жүрегім. Арманға бақыт таңдарға жетсек таңғалма, ай білемін, білемін. Бам-бам, 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 бам-бам. Era la fel piesa ta. Și n-am găsit, și n-am găsit așa în arma ta. Armanda, jacă-mi calganda, bosta aldanda, ai jirigam, jirigam. Armanda, marco tangarga, jitek tangalma, ai bilemen, bilemen. Bam, 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 bam. Премию EMA 2016 продолжает Айкон Тулепберген. Аялы күлмедің, жоқ жұмбақ жүрмедің, сырыңды білмедің сен. Сап жүргенін, еркелеп күлгенін, бәрі де бір менің жан қалауымдай. Жаныма беттеші, байқамай өтпеші, сезімді кетпеші сен. Бағаламай, құралай мүсіндім, бағым деп түсіндім, әнімді ұшырдым мен. Жүрегімді ең алғаш
Айкон Тулеберген! Айкон! Камшат, я, конечно, дико извиняюсь, но сейчас я должна быть на сцене с Арнуром. С чего это вдруг? Ну, так получается, что это мой выход. Так, девочки, подождите, нет, пожалуйста, девочки. Вообще, Катя, смотри, у нас мужчина-ведущий, один на двоих. Так. Подождите, девочки. Поэтому это мой выход. А поэтому ссориться не нужно, девочки. Я давно все уже предусмотрел. Я могу, конечно, уйти сейчас. Кетип калайынба? Уйти, да? Жалко, стиргана, жигитимиз. Жок. Остановитесь, ладно. Я знаю, как решить эту проблему. Потому как, Камшат, мы с тобой подруги. Конечно, ссориться из-за партнера по сцене не стоит. Позовем на сцену еще одного мужчину-ведущего. И прямо сейчас на сцене появляется, встречайте, мой друг и коллега, Кирилл Мейстер. Вот это поворот. Дамы и господа, Кирилл Мейстер. Где же он? Где же Кирилл? Салем, Казахстан! Добрый вечер, Алматы! Кирилл, добро пожаловать. Спасибо, спасибо, друзья. Ну и пользуясь случаем, в очередной раз я хочу с удовольствием поздравить наш любимый город с тысячелетним юбилеем. Кирилл Мейстер, как истинный казах, опаздывает всегда. Коллеги, но зато как я счастлив оказаться с вами на сцене, присоединиться к моей любимой премии EMA-2016. Мы тоже тебе рады. Ну что, Камшат? Да, ну раз такое дело, то мы пойдем. Да, мы пойдем. Да, мы пойдем. Смотрю, смотрю, ты тоже в костюме. Пойду я переоден. Трустапжимым стендер давайте. Трустапжимым стендер. Мы вас не подведем. Давайте. Спасибо, коллеги. Ну что ж, Катерина, пользуясь случаем, я приступлю к объявлению нашей следующей номинации, а именно «Артист Евразии». Евразийская музыкальная премия EMA-2016. Номинация «Артист Евразии». Казахстан — это Европа и Азия одновременно. В общем, Евразия. В этой номинации представлены артисты, которые представляют Казахстан на международных аренах. Для объявления победителя в номинации «Артист Евразии» приглашается медиабизнесмен, владелец и основатель телеканала «Музон», председатель совета директоров «Тан Медиа Групп» Арманжан Мирикевич Байтасов. Номинация «Артист Евразии». Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад вас видеть в этом замечательном зале Алматы-Арена. И всех вас поздравляю с Днем города, с тысячелетием нашего любимого города, города Алматы. Всех с праздником! Для меня, честно говоря, огромная честь жить в этом городе. Все мы вместе наполняем этот город своей силой, своей энергией. И мне очень приятно то, что мы смогли здесь сделать такую премию, как EMA. И она сделана специально для того, чтобы поддержать наших артистов, показать, что они делают каждый год, отметить их заслуги и поблагодарить за то хорошее настроение, за их талант, за их творчество, которое они дарят всем нам. Давайте поаплодируем всем нашим артистам. Я всех их очень сильно люблю за их труд. Также я хотел бы поблагодарить организаторов сегодняшнего праздника, телеканал «Музон» и всю нашу команду. Вы очень хорошо, ребята, поработали, концерт удался на славу. Но это бы не получилось, если бы нас, конечно же, не поддержал акимат города Алматы. И они успели построить такой замечательный зал. Теперь в Алматы есть 12-тысячный
стадион, где можно под закрытым небом проводить такие замечательные мероприятия, и концерты, и спортивные мероприятия. Спасибо нашему городу, руководству города за то, что у нас есть такие возможности. И традиционная наша премия «Артист Евразии». В этом году артистом Евразии стала Роза Рымбаева. Дорогие друзья, Роза Рымбаева, давайте поаплодируем громче. Я знаю, что Роза Куанышевна каждый год приходит на нашу премию, она присутствует, но сегодня мне сказали, что она немного приболела и не смогла прийти. И если есть в зале Али Акапов, сын, то... Алишка, здесь, да, Али. Али Акапов на сцене, поприветствуйте, дорогие зрители. Али, если честно, моя карьера телевизионщика начиналась, можно сказать, у вас дома. Я приходил к вам домой, но ты был совсем маленький. Я снимал видеоклипы у вас, прямо у вас в квартире. Поздравляю. Большой привет маме. Пусть не болеет, выздоравливает. Қайырлы кеш, қымбатты достар, қымбатты өнерсүйер қауым. Әрине, біздің жанұямыз үшін бұл үлкен қуаныш. Мақтаныш деп айтуға да болады. Өз анамның атынан сіздерге рахметімді айтам. Алдарыңызда басымызды иеміз. Және де әрине, Музон арнасына бөлек рахмет, Алматы қаласының әкімшілігіне, және де барша атсалысқан ұйымдастырушыларға мың алғыс, көп-көп рахмет сіздерге. Рахмет, Али. Спасибо большое. Безусловно, справедливая номинация нашей любимой Розы Куанышевны. Большие бурные аплодисменты, дорогие друзья. И, конечно же, мы благодарим Арманжана Мирикевича за теплые поздравления. И переходим к следующей номинации. И, как мне кажется, Катерина, она прямо-таки вот прям под нас. Я поняла, о чем ты, Кирилл. И мы переходим к номинации «Самый стильный коллектив». Евразийская музыкальная премия телеканала «Музон» EMA-2016. Номинация «Самый стильный коллектив». Для вручения этой премии на сцену приглашается руководитель интернет-магазина брендовой одежды по не самым дорогим ценам Zato.kz Диляра Айдарбекова. Итак, номинация «Самый стильный коллектив». Самый стильный коллектив – группа «Нури». Группа «Нури» – самый стильный коллектив EMA-2016. Ну, я хочу сказать, что я вижу на девушках одежду казахстанских брендов. И это давайте особенно приятно. Домбыра шертеді, шежіре оқысам бәрі де ертегі. Я, если честно, даже не ожидала. Мы сами сидели, вот гадали, интересно, кто же самый такой стильный коллектив в нашем Казахстане. Спасибо большое за ваше доверие, за то, что присудили вот такую высокую номинацию. Я думаю, в первую очередь хотелось бы сказать спасибо всему коллективу телеканала «Музон». Вы лучшие. Давайте поаплодируем телеканалу «Музон». Мы вас поздравляем. Спасибо. Также можно я скажу? Также хотелось бы поблагодарить нашего продюсера, самую лучшую, Жадру Сахиеву. Мы вас любим. Спасибо большое. Всем хорошего вечера. Дәл қазір сахнада Исаак Реал, және домбырашы Нуржан Тажикенов. Әй, Мария. Сакрал Нуржан Ташикенов Куба, Казахстан. Ай, Мария, ромпе. Ай, Мария, биле чисен, биле, биле, таға, таға, да. Лаула, жалемда. Ай, Мария, беру сен сен сонша күткен жанам бағамда. Болша жанамда. Ай, Мария, биле чисен, биле, биле, таға, таға, да. Ай, Мария,
gente, que ver gente, con le mano alla chitarra. Pasito pa'lante, pasito pa' tra y tra, 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 uta. Ay María, dile chi sien, dile vile, ta, 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 la onda ya lenda. Ay María, quiero sin senso, chan, gut, quien ya no embaganda, bocha ya nanda. Ay María, dile chi sien, dile vile, ta, 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 la onda ya lenda. А мы продолжаем. Как богат и разнообразен музыкальный мир Евразии. Есть место и хип-хопу, и року. Ты права, Катерина, и это очень приятно на самом деле. И сейчас, тем временем, мы подошли к оглашению еще одной замечательной номинации, которая звучит «Лучшая рок-группа». Евразийская музыкальная премия EMA-2016. Номинация «Лучшая рок-группа». Для объявления победителя в номинации «Лучшая рок-группа» мы приглашаем на сцену программного директора радиостанции «Тенгри FM» Дениса Максимова. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Большое спасибо телеканалу «Музон» за сегодняшний праздник. Я так понимаю, он удается на славу. Дополнительный момент, мне хочется объявить непосредственно этот коллектив. Итак, главное, чтобы перло. Лучшая рок-группа «Лампы Оркестра». Манят столицу, манят, мани, мани, мани. Валят столицу, валят, встречи и рыдания. Сколько звука, сколько света, сколько сил потрачено в это. Все хорошо. Гульденеберг, Казахстан! Все будет хорошо. Спасибо, друзья. Мы рады и очень гордимся вот этой наградой. Спасибо за доверие. Спасибо, Тенгри FM. Друзья, миру мир, все хорошо. Давайте главное, чтобы перло. Лучше и не скажешь.
Лучшая рок-группа «Лампы Оркестра». Спасибо. Большое спасибо, Денис. Ребят, мы вас поздравляем. Кирилл, а у меня к тебе вопрос. Скажи, в чем секрет лучшего видеоклипа? Ну, во-первых, мне кажется, что должна быть качественная картинка, чтобы песня сразу запоминалась. Ну и, конечно же, песня, она тоже немаловажна. Мы переходим к популярной номинации. Да-да-да, номинация «Лучший видеоклип». Евразийская музыкальная премия EMA-2016 в номинации «Лучший видеоклип» представлены Артур Толепов «Без тебя». Отпущу, дай мне слово, я тебе прощу. 91 Айп Тома. Юнус Перс, «Смелей». В таких местах тут жесткий нрав. О, да, конечно, тут жесткий нрав. Ну, привет, Алмата. С праздником, с Днем города. Знаете, очень приятно возвращаться домой, когда так тебя встречают и любят, и... Я волнуюсь, конечно, вас так много, и вы такие все красивые, все светитесь и так громко кричите, да? Мне тут уже конверт принесли, я очень коротко скажу, что надо смотреть и поддерживать музыкальные клипы, и это важно для тех режиссеров, которые растут, которые в дальнейшем снимают кино для вас. Вот, любите артистов, у вас замечательные артисты, и у нас, я тоже... К счастью, живу здесь. Артур Толепов. Без тебя. Артур Толепов! Кенді, бірінші рет қастырғаннан кейін қатты қобалжып тұрмын. Күткен жоқпын, барлықтарыңызға көптен көп рахмет, мені қолдаған бауырларыма, осы клипті түсіруге атсалысқан Алексей Воробьевқа алғысым, және Ерлан Жумабиевич бауырыма рахмет. Көп-көп рахмет! Ну а нашу программу продолжает еще один дуэт, который образовался буквально недавно, но с уверенностью могу сказать, Кирилл, он шикарный. Да, здесь и не поспоришь. Действительно, еще одна совместная работа на EMA-2016. На сцене Индира Елемес и Камшат Жолдыбаева. Қадам басарман
көңіл көтер күнде күнде На сцене группа «Алдавай» и Джемиля Серкибаева. Ну что ж, а мы переходим к следующей номинации «Абсолютный радиохит». Евразийская музыкальная премия EMA-2016. Номинация «Абсолютный радиохит». Уважаемые зрители, для награждения в номинации «Абсолютный радиохит» на сцену мы приглашаем программного директора радиостанции «Европа Плюс Казахстан» Арнура Эстебаева. Номинация «Абсолютный радиохит». Еще раз всем привет. Очень приятно, что в этом году «Европа Плюс Казахстан» представляет свою номинацию на премии EMA. «Европа Плюс Казахстан» — это первая музыкальная радиостанция в независимом Казахстане.
В этом году по статистике, у каждой радиостанции есть своя статистика часто заказываемых песен радиослушателями. Мы составили топ-5 песен, которые часто заказывают наши слушатели. В эту пятерку вошли песня «Хабарлас-Пам» Ахпалы Сабекова, «Айтаберсин» Жанар Дугалова, «91» Хайтадан, «Марсель» Булумерди и пятая песня «Хейла» Аюми. У нас сегодня два приза. Приз на 6 месяцев ротации песни в эфире «Европа плюс Казахстан» и ротация на 12 месяцев, на целый год. Первый приз – ротацию в течение 6 месяцев – получает абсолютный радиохит 2016 года, песню, которую заказывают каждый день. «Кайтадан» 91! Безусловные фавориты и любимчики Казахстана. Группа 91! Как всегда стильный, как всегда эпатажный. Друзья, аплодисменты на сцене. Группа 91! Салем. А, күтпеген жағдай. Біріншіден Европа плюс радио станциясына рахмет айтқымыз келеді. Бізге осындай өлеңдерімізді халыққа көрсетуге мүмкіндік берген үшін және де біздің Иглздарға және басқа тыңдармандарға рахмет айтқымыз келеді осы өлеңдерді күнде тыңдағандарыңыз үшін. Осы өлеңді жазуға көмектескен Сержан Бақытжан, біздің продюсер Ерболат Бедерхан және DJ Nai музыкалық продюсерімізге үлкен алғысымыз. Бәріне рахмет. Көріскенше. Наши поздравления, группа 91. Абсолютный радиохит. Мы благодарим тебя. Большое спасибо. Итак, самый главный приз, пожалуйста. Арнур, ну уже подними стойку микрофона, тебе так удобнее да, будет. Мне, да, с ростом больше 2 метров. Итак, самый главный приз. Ротация в эфире «Европа плюс Казахстан» в течение 12 месяцев. Это целый год. Получает, бесспорно, классный, стильный, модный трек. И это абсолютный радиохит. Айтаберсин Жанар Дугалова. Песня Айтаберсин Жанар Дугалова. И она появляется на сцене, наша поражительная красавица. Қайырлы кеш, Алматы! Европа плюс радиостанциясына алғысым шексіз. Жалпы бүгінгі музыка мерекесі баршаңызға құтты болсын деймін. Отандық музыканттарға шабыт берген Музон телеарнасына шығармашылық табыс тілеймін. Жоғары рейтингтер тілеймін. Еңбегімді осылай бағалап жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Шығармашылығымның дамуына атсалысқан барлық жандарға, достарыма, әріптестеріме, әке-шешеме, және де әрине Баян Мақсатқазына алғысым шексіз. Музыка толқынымен әрқашанда осылай Қазақстанның атын шығара берейік. Көп рахмет. Жанар Дугалова, бурные аплодисменты, поздравляем. Конечно, продолжаем награждать артистов статуэтками EMA. И теперь моя самая любимая номинация. Лучший мужской коллектив. Евразийская музыкальная премия EMA 2016. В номинации «Лучший мужской коллектив» представлены
Меломен. Орда. The Jiggets. Ну что ж, пора узнать, кто же стал победителем в номинации «Лучший мужской коллектив». И для оглашения победителя в этой номинации мы приглашаем генерального продюсера телеканала «Музон», ведущую авторской программы «Приват» Дана Рыскельдинова. Ну, как и для Кати, это тоже моя любимая номинация. Очень приятно, что сегодня вручаю ее я. Тем более, что по красной дорожке прошли сегодня все мужские коллективы, в том числе номинанты. И я знаю, что каждый из них очень хочет победить. Поэтому я сейчас открою конверт. Итак, замерли сердца женской половины и мужской тоже. Я знаю, что этот коллектив прилетел к нам вчера. Это группа The Jiggets. Давайте поаплодируем. Группа The Jiggets. Лучший мужской коллектив Евразийской музыкальной премии EMA. Группа The Jiggets. Неожиданно для нас. Если честно, я думал, что будет группа Орда. Я очень уважаю эту группу, очень, мы очень любим эту группу. Но я думаю, что группа Орда уже давным-давно всем все доказала. А у нас еще все впереди. Спасибо большое! Харликеш достар, рахмет сидерге! Спасибо за доверие. Ну, конечно, этот приз мы посвящаем группе Орда. И юбиляром этого года это группа Ринго. Конечно, неожиданно для нас это все произошло, но сатуэтку мы заберем. Спасибо большое. Группа The Jiggets, какая толерантная речь. Спасибо. И мы вас с этой статуэткой поздравляем, друзья. Спасибо огромное. Мы продолжаем замечательный концерт. Как настроение, Алматы? Как настроение, EMA? Я уверен, что сейчас аплодисменты будут еще громче, потому что на сцене легендарная группа «Дервиши». Песня «Сады Жаркента». Салам алейкум! Yeah.
слушают прямо сейчас, уважаемые гости, уважаемые зрители и участники 5-й юбилейной музыкальной премии EMA-2016, подошло время вновь огласить наших партнеров и наших спонсоров. Под ваши аплодисменты генеральный партнер премии EMA-2016 сети ресторанов быстрого обслуживания KFC. Официальные партнеры премии – парфюмерно-косметическая сеть магазинов Mon Ami. Официальный партнер – национальная сеть магазинов Технодом. Официальный напиток премии компании RG Brands с торговой маркой «Вода Асу». Официальные часы премии казахстанская компания «Amir Watches». Информационные партнеры премии – агентство «Хабар», радио «Европа плюс Казахстан». Радиостанция «Тенгри FM», радио «НС». Компания «Айкон». Журнал «Forbes». Компания «Кинопарк IMAX». Интернет-магазин «Зато.кз». А также благодарим группу отелей «Тяньшань». Комфорт и уют в каждом номере вас ожидает с первых же минутах в отелях «Гранд Отель Тяньшань» и «Самал Резорт энд Спа». Ну а мы, уважаемые зрители, с огромным удовольствием продолжаем нашу концертную программу. И прямо сейчас на этой сцене появится как минимум 3 лучших потрясающих мужских коллектива. Абсолютно точно. Специальный номер для EMA-2016. Песня всеми любимого артиста Батырхана Шукенова. Признание. На сцене Мистерионс, Алао, Алем Бенд и певец и композитор Руслан Бердиматов. За тобой по дороге в школу и домой. От приятелей своих 100 обид стерплю, потому что я тебя люблю. Потому что я тебя люблю. Знаешь, я давно тебя люблю. Взгляд ловлю, потому что я тебя люблю. Знаешь, я давно тебя. Тебя люблю.
что ж, для любого артиста важно вдохновение. Иногда вдохновение приходит неожиданно, но в большинстве случаев вдохновителями являются для музыкантов другие музыканты. Ты права. Влияние этого музыканта на казахстанскую отечественную музыку в целом неоспоримо. На его музыке воспитывались целые поколения. Мы объявляем номинацию имени Батырхана Шукенова. Евразийская музыкальная премия EMA-2016. Премия имени Батырхана Шукенова. И для вручения премии имени Батырхана Шукенова мы приглашаем на сцену учредителя и директора фонда имени Батырхана Шукенова Олжаса Байканова. Премия имени Батырхана Шукенова. Добрый вечер, дорогие друзья. В первую очередь мне бы хотелось поблагодарить телеканал Музон за то, что вновь дали нам возможность нашему фонду выбрать и наградить лучшего, достойного этой замечательной премии. У нас было несколько кандидатов на эту премию. Мы решили дать ее человеку, который, несомненно, очень много сделал для музыкальной культуры нашей страны. Это композитор, аранжировщик, человек, который создал группу GCS, человек, который сотрудничал с Баттером, который сотрудничал с группой Magic of Novots, Дильнас Ахмадиевой, Розы Рымбаевой. И еще можно перечислять очень долго. Как иногда объявлял его сам Баттер, самый лучший джазовый пианист нашей страны Виктор Хоменков. Уважаемые зрители, поддержите аплодисментами Виктор Хоменков. Специальная премия имени Батырхана Шукенова. Дорогие друзья, у нас еще один очень хороший сюрприз для вас, для всех. Сегодня будет презентация новой песни Батырхана Шукенова. Песня нашего казахстанского композитора Алима Заирова на слова Юлии Тен называется «Нас исцеляет любовь». Видео, которое вы увидите на экране, сделала студия «Артбота» и художники Екатерина Джебко и Елена Кравчук. Итак, поет Батырхан Шукенов песня «Нас исцеляет любовь». Пожалуйста.
Ну что ж, настал момент объявить еще одну важную номинацию и победителя в ней. Лучший женский коллектив. Объявить его должен самый заядлый сердцеед Казахстана. Его имя вы обязательно услышите совсем-совсем скоро. Евразийская музыкальная премия EMA-2016. В номинации «Лучший женский коллектив» представлены Аюми. Кэшью. Для объявления номинации «Лучший женский коллектив» мы приглашаем генерального продюсера Евразийской музыкальной премии и режиссера-постановщика гала-концерта Данияра Батырбаева. Номинация «Лучший женский коллектив». Всем привет. Скажите, вам нравится? Вот, это другое дело. Это самое главное, что я хотел сегодня услышать. Ну а сейчас я с огромным удовольствием назову «Лучший женский коллектив». Да-да-да-дан-да-дан. Ребят, я вам правду скажу, на самом деле даже я, являюсь режиссером-постановщиком и генеральным продюсером, я не знаю, что в этих конвертах. Они к нам приходят буквально вот за час до мероприятия. Мы не смотрим, не знаем, и это знают все артисты. Поэтому даже для артистов сегодня здесь находиться это такое вот... Может я? Может быть. Итак, лучший женский коллектив. Группа... Кешью! Друзья, группа Кешью! Красавицы, наши любимицы! Причем я могу сказать, что это уже второй год подряд группа Кешью – лучшая женская группа Казахстана! И она по праву лучшая! Бурные аплодисменты, друзья, на сцене лучший женский коллектив. Группа Кешью. Да, кесіз хабарлағанша, демім жетпей кетті ғой. Баршаңызға көп-көп рахмет! Бірінші продюсеріміз Баян Мақсатқызы және Бағым Мақсатқызына үлкен-үлкен рахметіміз айтамыз, алғысымыз шексіз және Музон телеарнасына қала әкімшілігіне көп-көп рахмет! Сіздер барда біз бармыз, көп-көп рахмет! Хотим выразить огромную благодарность самой сильной, самой красивой, самой успешной женщины Казахстана, Баян Мақсатовне. Огромное-огромное вам спасибо. Спасибо зрителям, которые голосовали за нас. В течение этого года мы сделали все ради вас, чтобы сегодня предстать перед вами. Это столько труда, столько сил, столько слез. Просто большое-большое спасибо вам. Баршаңызға көп-көп рахмет. Осын бәрі айтып жатырмыз біздің продюсерлеріміз. Баян Мақсатқызы мен Бағым Мақсатқызының арқасы. Сондықтан өзіміздің продюсерлерімізге көптен-көп алғысымызды айтқымыз келеді. Және баршама өнер сүйер қауымға көптен-көп рахмет. Поздравляем вас, поздравляем. Баян Мақсатовна, мы поздравляем вас с этой победой. Браво. Итак, мы готовы объявить следующую номинацию. Прорыв года. Евразийская музыкальная премия EMA-2016. В номинации «Прорыв года» представлены Рензо. Алау. Казахстан, елімі жақырады. Welcome to Казахстан. Осында қазақтың бәрі.
91. Для вручения награды на сцену приглашается директор Государственного фонда развития молодежной политики города Алматы и директор конкурса «Мисс Алматы», основатель казахстанского КВН Совет Саутович Сиитов и «Мисс Алматы 2015» Регина Вальтер. Номинация «Прорыв года». Добрый вечер, Алматы! Несмотря на наше тысячелетие, мы являемся самым молодым, самым продвинутым городом в мире. Нам повезло. Всех всем желаю удачи, успехов. И большое спасибо организаторам за то, что они оказали такую честь нам с Региной назвать одну из главных номинаций. Это будущее нашей казахстанской эстрады. Спасибо большое и всем участникам творческих успехов. Итак, победитель номинации «Прорыв года 2016» 91! Да, заслуженная победа! Ребята, бегом на сцену за статуэткой! 91! Вторая статуэтка, давайте поаплодируем коллективу! Eagles, вас не слышно! Мунакушимитердің бәрі 91 тобына сахна төріне. Что творят эти ребята? Друзья, поддержите 91! Прорыв года 2016. Вау! Бәріңізге сәлем тағы да. Көп-көп рахмет, әрине. Бұл біз үшін үлкен жетістік. Есімізде бізге өткен жылы. Дәл осы EMA-да өзіміздің дебютті жасаған болатынбыз. Сол кездер міне мүмкін осындай бір жетістікке жетсек деген бір армандарымыз бар еді. Сол арманыңыздың бірі орындалып жатыр. Көп-көп рахмет сіздерге, бәріңізге көп рахмет! Eagles, what's up? Көңілге қалай? Менде мысалы күшті. Негізінде күтпеген жағдай, шында да біз осы бір жыл бұрын осында шыққан кезде бірде бір номинацияға үміткер болған жоқ болатынбыз. Ал дәр қазір сол номинациялардың бірін алып отырмыз. Ол біз үшін үлкен жетістік. Біз үшін және сіздер үшін. Біз үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Juice Entertainment компаниясына және біздің продюсерге Ерболат Педерханға. Өлеңдерді жазуға көмектескен Сержан Бақытжанға. Және біздің музыкалық продюсер Най. Үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Juice Visual клиптер үшін. Және Puzzle Crew Батур керемет хореографиясы үшін үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Рахмет. Және де Eagles біздің отбасы. Рахмет. Көп рахмет. 91. Рахмет. Наше поздравление. Жеңістеріңіз құтты болсын, жігіттер. Заслуженная победа. Любимчики Казахстана. 91. Ну что ж, а на этой позитивной ночи и на ноте очень высокого настроения мы передаем слово нашим коллегам. Спасибо Арнуру большое, коллеги. Пожалуйста, отдыхайте. Спасибо. Хорошего вечера. Всем. Арнур, сен жалпы ойлаған армандарының бәріне қол жеткіздің бе? Камшат, әлі күнге дейін орындалмаған армандарым да бар. Неге сұрадың? Еңсең түспесін, Арнур, өйткені Алишер Каримовтың айтуы бойынша армандардың бәрі орындалады, тек қана ниетің таза болса. Олай болса, сахнада Алишер Каримов! Қайырлы кеш, Алматы! Кінәлар жанды шертпе, біреуді текке сөкпе,
Асылым өсемін дезен көкке Адасан дұрыс жолдан Дүниен таяр қолдан Ниеті таза жанның Сергі иман болған церемонию и переходим к следующей номинации. Но перед тем, как перейти к следующей номинации, мы хотим, да, пригласить... будет еще один музыкальный сюрприз. Да, пригласить на эту сцену всеми любимую певицу, народную артистку Республики Казахстан Мақпал Жунусову! Сәлем, алматылықтар! Ән мерекесі құтты болсын. Таң алдында туған ай Оралған түнгі арай Жұлды сөніп барады Тілегімді тыңдамай Тілегімді тыңдамай Барасың бірде-бірде сен алыста Туған ай қиылады саған ұқсап Сезімнің саған деген соңғы демін Кеудемде тоншықсам да қалам ұстап Барасың бірте-бірте сен алыста Туған ай қиылады саған ұқсап Сезімнің саған деген соңғы демнің Кеудемде тоншықсам да қалам ұстап Күн күрсініп түн жылап Өтуді өмір тұнжарап Күннен күнге елесің Бара жатыр бұлдырап
тастап, туған ай қиылады саған ұқсап. Сезімнің саған деген соңғы немін, кеудемде тұншықсам да қалам ұстап. Сен жаққан жалғыз шырақ жанға шуақ, өмірім өтсің әлі сенен жырақ. Сезімнің саған деген соңғы демін, кеудемде тұншықсам да қалам ұстап. Бірде сен алыстап, туған ай қиылады саған ұқсап. Сезімнің саған деген соңғы демін, кеудемде тұншықсам да қалам ұстап. Сен жатқан жалғыз шырақ жанға шуақ, өмірім өтсін мені сенен жырақ. Сезімнің саған деген соңғы демін, кеудемде тұншықсам да қалам ұстап. Сезімнің саған деген соңғы демін, кеудемде тұншықсам да қалам ұстап. Ну что ж, мы продолжаем и переходим к следующей номинации. Итак, внимание, номинация «Лучшая песня». Евразийская музыкальная премия EMA-2016. В номинации «Лучшая песня» представлены 91, Айптама. Алау, Тыңда. Максим Лесников, «Үнсіз сезім». Үнсіз ғана жылады, сезім қайда, кезім қайда. Ну и чтобы огласить имя победителя, на сцену приглашается главный редактор сайта Forbes.kz, лучшего делового онлайн-издания Казахстана по версии премии «Выбор года 2015» Анастасию Новикову. Номинация «Лучшая песня». Карла Кеш, Алматы Арена. Замечательно просто, что сегодня, буквально в первые дни после открытия этого замечательного здания, наполняется оно чудесной атмосферой музыки, творчества, прекрасных, свободных, молодых, красивых, талантливых людей. Давайте скажем большое спасибо телеканалу «Музон» еще раз за этот праздник музыки. Спасибо! Вы, наверное, знаете, что мы вместе с телеканалом «Музон» регулярно делаем рейтинги казахстанских знаменитостей. И очень приятно видеть многих участников наших рейтингов сегодня здесь, на этой сцене и в зале. Ну, давайте я уже не буду тянуть, потому что я знаю, что есть фавориты в этой категории. И мне тоже самой хочется узнать, чья же песня лучшая. Да-да, я с вами. Итак, Анастасия, кто же победитель? Какая песня? Кто-кто? Максим Лесников. Он здесь, Сузэм. Мы поздравляем Максима Лесникова. Ен үздік. Лучшая песня. Жан жүрегім ояна, жанға жылы сұрады. Максим, я сегодня эту песню макияж делала. Честно. Спасибо, очень приятно. Спасибо, Алмата! Музон, рахмет! Спасибо. Спасибо большое. Кто был с Максим? Поздравляем, Макс.
Друзья, мы продолжаем нашу премию специально сегодня для премии EMA-2016. Группа «Войс» и Диана Шарапова подготовили попурри из самых известных казахскоязычных песен. Называется «Той микс». Сонымен қарсы алыңыздар, квартет «Войс» және Диана Шарапова. Bye.
алмасам өзіңе келбетіңе тамсана жолғыз басаң аймаса Дункол Шабалак, Диана Шарапова, және де Квартет Войс. Дәл қазір сахнада Нұржан Керменбаев. Қайда? Қайда? Қалайсыздар? Мерандарыңызбен, шын жүректен Алматы қаласының мың жылдығымен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, берекетін, бақытты болыңыздар. Ораласың қай күні, өмірімнің байлығы, жаным бір тек сен.
сен менің бақытым Ораласын қай күні өмірімнің байлығы Жаным бір тек сен ғанасың менің бақытым Специальный номер для EMA 2016. Группа Кешью и Бика Бризи. Аман болос мен, адасты бақыт күшінен, несіне өшіген. Жүрекіме тек сені, сені сүйдірдім Ал сен ойланбай мені, мені күйдірдің Баладай алдасың, бағалай алмасың Неге сүйдірдің? Айшы неге, 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 неге сыйладың маған Үміт неге, неге? Неге, 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 неге қинадың жаралығып неге, неге? Айтшы неге, 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 неге сыйладың маған үміт неге, неге? Айтшы неге, 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 неге қинадың жаралығып неге, неге? Махаббат белесі Күтеді бізді келесі Өткеннің елесі Тек тұз болайық демеші Өмірді мұнау мәңгі мәңгі сезім жоқ Бір әнім бірі қалды қалды өзің боп Қабыл ал әнімді тауып ал бағынды Басқа сөзім жоқ I'm happy girl without you, yeah I'm happy girl without you. Айтшы неге, 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 неге сыйладың маған үміт неге, 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 неге қинадың жаралығып неге, 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 неге сыйладың маған үміт неге, неге, айтшы неге, 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 неге қинадың жаралығып I'm happy, good without you can see this Let's go trip around the whole thing Taste right on Please stop and get up easy But this beat is hitting Big up breezy Catch you dancing Asking naked Naked why you are you okay? Ach, nege, 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 nege Сыйладың маған үміт Nege, nege So what? Ach, nege, nege, nege
Вы готовы продолжать наш потрясающий концерт? Готовы? Тогда мы продолжаем и переходим к весьма сложной номинации, Катерина, потому что каждый исполнитель считает себя просто самым лучшим. Абсолютно точно. И чтобы узнать, кто номинирован на эту награду, давайте посмотрим на экран и узнаем, кто же станет лучшим исполнителем. Евразийская музыкальная премия EMA-2016. В номинации «Лучший исполнитель» представлены Ернар Айдар. Хайрат Нуртас. Әлшер Каримов. Айталмай әңгіме тұралмаса, өтірік сөзімен шығалмаса, бәріне теріске бұрмаласа. Ну что ж, давайте поаплодируем всем нашим любимым артистам. И для того, чтобы узнать, кто признан лучшим, на сцену приглашается народная артистка Республики Казахстан Макпал Жунусова. Үздік орындаушы Алишер Каримов. Алишер Каримов. Құтты болсын, Алишер. Сөз болсын, еселесін. Ла-ла-ла-ла-ла. Бәрі бір мағын енді. Ла-ла-ла-ла-ла. Сабырым бәрін жемді. И вот она, сцене наш лучший из лучших. Алишер Каримов! Қайырлы кеш тағы да барлықтарыңызға. Честно говоря, речь-то я не подготовил, но... Очень неожиданно, честно говоря, для меня, получить эту премию от рук, из рук моей любимой певицы. И, ну, хочу сказать, что все статуэтки я всегда получал за пределами страны. Это первая статуэтка, которую я получил в Казахстане на своей земле. Так что для меня это очень важно. И буквально вот послезавтра у меня начинается тур по Казахстану, и я думаю, что это такой добрый знак будет. Барлықтарыңызға көп рахмет. EMA жасасын, еліміз жасасын. Рахмет! Рахмет, Алишер. И тем эта статуэтка еще более ценная. Поздравим лучшего исполнителя, Алишер Каримов! Ну что ж, дорогие друзья, мы переходим к следующей номинации. И звучит она очень и очень громко. Номинация «Артист Евразии». Евразийская музыкальная премия EMA-2016. Номинация «Артист Евразии». Для объявления победителя мы приглашаем генерального продюсера «Адам Медиа Компании» Динару Адам. Поприветствовать аплодисментами Динара. Номинация Адам. «Прорыв Евразии». Добрый вечер, Алмата. Только на прошлых выходных мы отметили большой праздник, большое событие – тысячелетие нашего города.
И когда нас поздравлял наш президент Нурсултан Назарбаев, он сказал, что отмечать такое большое событие в год 25-летия независимости Казахстана очень знаково. А сегодня на сцене еще два больших события. 10 лет молодому талантливому телеканалу «Музон» и юбилейная 5-я премия. Стать победителем в этом году на этой сцене, на мой взгляд, очень ответственно и очень знаково. Так вот, кто же сегодня победитель самой знаковой номинации? Итак, прорыв Евразии, Алексей Воробьев! Алексей Воробьев, специальный гость премии EMA-2016. И пока наш дорогой гость поднимается на сцену, хочется услышать аплодисменты, ведь это не просто певец, это не просто актер. Это невероятно талантливый режиссер. И стоит отметить, что именно работа Алексея Воробьева вместе с Артуром Тулебовым стала победителем на нашей премии. Алексей Воробьев! Рахмет. Улькен рахмет, Алматы. Спасибо огромное. Для меня это честь держать эту награду и быть на этой сцене, и быть сегодня вместе с вами. Рахмет! Спасибо. Мы безумно рады видеть вас у нас в гостях. Спасибо. Алексей. Ну что ж, а мы переходим к следующей номинации. И звучит она... Лучший композитор! Евразийская музыкальная премия EMA-2016. Номинация «Лучший композитор». Для награждения в этой номинации на сцену приглашается знаменитость YouTube-канала «Элло» Анна Матасян. Номинация «Лучший композитор». Маленькая поправочка, я не знаменитость YouTube-канала. Я представитель. После этого вы точно знаменитость. Представитель самого крупного YouTube-канала музыкального контента «Элло». Вы знаете, я хочу вам передать очень горячий привет из Киева. Мы в выходные приехали, и до сих пор вот нас гостеприимство... Куда я приехала? Казахстана просто впечатляет, потому что ну, не перестают нас везде гостеприимно принимать, поэтому уже немножечко я забыла, в какую страну приехала. И главное, конечно же, от композитора зависит, получит ли номинацию или получит ли приз тот или иной артист. Поэтому я считаю, что это самая главная номинация. Давайте. Ну и пока открывается конверт, давайте поаплодируем теперь уже знаменитости премии EMA. Анна Матасян, пожалуйста. Лучший композитор Ринат Гайсин. Спасибо вам огромное. Мы продолжаем. Обязательно статуэтка найдет своего обладателя. Абсолютно точно. Ну что ж, а сейчас настало время немного отдохнуть, расслабиться и насладиться потрясающими артистами. Тем более, что прием, я уверен, будет сейчас просто громогласным. На этой сцене специальный номер. Специальный в рамках нашей церемонии EMA-2016 в исполнении уже победителя в одной из номинаций Артур Тулепов и специальный гость премии Алексей Воробьев. Говорят, любовь живет 3 года. Мне кажется, это говорят те, кто никогда по-настоящему не любил. Те, кто никогда не лежал ночью на полу посреди комнаты и не выл от боли. Потому что остался один. И эта боль гораздо страшнее физической. Потому что утром она не пройдет. Она станет еще сильнее. Лучше уж умереть так, чем так и не узнать, ради чего ты просыпаешься по утрам. Без тебя.
потому что без этой любви жизнь тебе уже не нужна. Мне уже не нужна эта жизнь без тебя. Дай мне руку, я не отпущу. Дай мне слово, я тебе прощу. Все, что хочешь, если не любят. Мне уже не нужна эта жизнь без тебя. Без тебя. Рахмет! Артур Тулепов, ваши аплодисменты! Вы готовы продолжать? Вы мои сумасшедшие, готовы продолжать? Тогда поехали. Сумасшедшая. Но она моя. Ша-ла-ла-ла. Ее утро, как обычно, 22 часа. Запрыгнуть в лампу Дэна и успеть накраситься. И закрыть глаза, улыбается. Она живет, как будто каждый вечер пятница. Одной улыбкой разбивает сердце, но она просто любит засыпать и танцевать одна. И закрыть глаза, улыбается. Все смотрят на нее, и ей это нравится. Она сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла. Сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла. Ша-ла-ла-ла. Благодарю. Смоки, айс, мейкап и новый ролик на руках. Убегает от своих проблем на каблуках. И закрыв глаза, улыбается. Она живет, как будто каждый вечер пятница. Одной улыбкой разбивает сердце, но она просто любит засыпать и танцевать одна. И закрыв глаза, улыбается. Все смотрят на нее, и ей это нравится. Yeah. Она сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла. Сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла. Ша-ла-ла-ла. Но она моя. Танцует до утра, моя ша-ла-ла-ла-ла. Сумасшедшая, давайте со мной, но танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла. Сумасшедшая. Не хочется отпускать Алексея Воробьева, но, надеюсь, еще увидимся. Но мы стремительно продолжаем наш потрясающий концерт, и впереди еще замечательная номинация. Евразийская музыкальная премия EMA-2016. В номинации «Лучшая исполнительница» представлены Жанна Ардуалова. Автодон, Сурама, Сырный,
Санда. Индира Елемес. Для оглашения имени победителя в этой номинации на сцену приглашается директор телеканала «Музон» Адилжан Садыков. Номинация «Лучшая исполнительница». Добрый вечер, Алматы. С тысячелетием, родной город. Наш телеканал отмечает в этом году 10 лет. Наши музыкальные премии 5 лет. Одни сплошь и рядом круглые даты. Хочу поблагодарить, прежде всего, акимат города Алматы за ту поддержку, которую оказал в проведении данного мероприятия на таком большом, красивом стадионе. Вот. И всех наших уважаемых спонсоров и партнеров. Третий год я называю лучшую исполнительницу. Сразу скажу, это действительно была интрига в этой категории. Голоса прыгали до последнего. Но давайте все-таки не будем тянуть время, назовем. Итак. Ну, наверное, исполнительница сделала огромный объем работы, выпустила порядка 7 клипов за последний календарный год. Это Индира Елемес. Давайте поаплодируем громко. Индира Елемес. Индира Елемес – лучшая исполнительница юбилейной музыкальной премии EMA 2016. На сцене она, победительница, и мы хотим услышать ваши поддержки. Алматы! Араға жыл салып, сіздермен қайта қауышқаныма қуан тұрмын. Биыл жеңіс маған бұйырғана өте қуаныштымын. Продюсерім Ләззат Баубекке мың рахмет. Жасай беріңдер! Индира, мы тебя искренне поздравляем. Лучшая исполнительница! Поддержим, поддержим, уважаемые зрители. Ну и сейчас, уважаемые дамы и господа. Наш специальный гость, американский рэпер, номинант многих мировых премий. И просто звезда, действительно, для всех. Звезда в интернете. Рэпер Силенто! You already know what it is. Talita, what's up? What's up? How y'all doing tonight? Let's get it. I said B-A-W-I-N. Here we go. Talita, they can't imitate you. The way your body's moving, you got something special. You're rocking with DJ Grand. I like the way you move, girl. I like the way you move, girl. Put your hands up. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. What you say? What you gon'? What you gon'? Do with that dessert? Put your hands up. Yeah, yeah, let's go. Here we go. Ready, 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 ready. That's right. Uh-oh, y'all ready to have a good time?
Here we go. Everybody clap your hands. Here we go. Let's go. Let's go. She said she wanna spend some time. I got a minute, not too long. I showed her plenty of the cities, but to show you, I've been thinking about you. Thinking about you. Thinking about you. Yeah. Let's go. Let's go to the right. She said she wants to spend some time. I got a minute, not too long. I showed her plenty of the cities, but to show you, I've been thinking about you. You know this song right here. Repeat it after me real quick. Now watch me well. Now watch me nay-nay. Now watch me well, well. Watch me nay-nay. Turn it up, DJ. Let's go. You already know what it is. You're rocking with DJ Greg. Silent up. Silent up. Let's go. Silent up. Turn up. Don't need to do it for me. Now watch me well. Kill it. Now watch me nay-nay. Okay. Now watch me well. Watch me, nay nay. Yeah. Now watch, watch me, now whip. Kill it. Watch me, nay nay. Okay. Now watch me, whip, whip. Watch me, nay nay. Can you do it? Watch me, watch me, ooh. 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 Okay. Ooh, 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 ooh. Yeah. Watch me, watch let's me, go. Ooh. Watch me, watch me, ooh. Watch me, watch me, yeah. Watch me, go. You're rocking with DJ Greg. Let me see you do it. Back on it. Put your arms up. Put your hands up. Back on it. Put your arms up. Watch me, nay nay. Let's go. Now watch me whip. Watch me, nay nay. Okay. Now watch me whip. Whip. Watch me, nay nay. Let's go. Two time out. Ooh. Watch me. Watch me. Ooh. Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Okay, now I need Superman. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Let's go. Okay. Let's go. Now I need Superman.
You're rocking with DJ Greg. You already know what it is. I just want to congratulate the 1,000 years. You already know what it is. It's your boy Salento all the way from America. Let's go. Ал біз кешімізді ары қарай жалғастырамыз. Арнұр? А, Камшат, қалай қарайсың? Не болды соншама? Жаман көзімен қарадың қыз ғой. Саған қалай айталам? Олай болса, бірге айтып көрейік. Сахнада 91 Бәрі анықталды, бәрі қабылдағым келмеді қайда Құрған жүрегіне қайда Байларым менің бұл қиял Қам зиям бұл қиял Бұл қиял Ашылы арамызды Сынтан башқаның қарын теректер бұрын Бір тоқтан түкелеген бұрын қазы Уақыт шегіде тұрмын біздің жолда бір бір параллелдер қиылыз байт Бақытты қосындандар Бірігіп тақтыға пары берген сен Мәрі қылмысының күмегерін сезіндер Қатымды әр түрлі мұла беріп шоу Сен қылмысының сұмайласын бірге болды көрсіна кейіне Сұрмасын ха Сені бақырмақтың өт тек кәдей маған жетісі бей Асықпай өтірет білдіп бей Бірақ мен сені сұраймын та Thank you.
Саған қалай айталам, айтпай қалай жайталам. Сол қазға жалында жағайықшы қайтадам. Саған қалай айталам, айтпай қалай жайталам. Сол ағашқа жанды жайықшы қайтадан. Сұраш, саған деген сезімдерімнің өлшемі ешкім жауап бермейді. Себебі шексіздік есептелмейді. Көзімді жұмосып әсәтті. Іштегі ойында бөрме. Екі жүрегінсіз қалсам лүппі-лүппен. Ай аралып қалатын даймам бөлгіне. Рахмет!